На специальном смотре, который проходит ежегодно перед началом нового учебного года, госавтоинспекторы совместно с представителями Ространснадзора и компании-перевозчика проверили школьные автобусы на соответствие правилам безопасности. Сейчас будем проверять техническое состояние транспортных средств, тормозную систему, износ протектора шин, световые приборы, тахографы, работоспособность тахографов, путевую документацию, как это все заполняется, проверки по базам данных, проходили ли данные автобусы для перевозки детей, технические осмотры. Также госавтоинспекторами анализировались сведения о водителях, участвующих в перевозке детей, на наличие стажа работы с категорией D и отсутствие административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством. В нашем городском округе доставку детей в учебные заведения осуществляет автопредприятие «Туравто ВМ». Здесь порядка 15 единиц школьных автобусов. Все они максимально подготовлены, пройден техосмотр. Соответственно, все водители подготовлены точно так же. Они проходят ежемесячно инструктажи. Ежедневно перед выездом на линию они проходят инструктажи. На смотре госавтоинспекторы провели с водителями разъяснительную работу по недопущению нарушений правил дорожного движения. Они обратили внимание на важность соблюдения безопасной скорости, постоянного контроля за движением, точного выполнения разворотов и маневрирования. Водителей попросили проводить с детьми инструктажи по правилам пользования школьными автобусами. Проверка показала, что все водители автобусов и их транспортные средства готовы к началу нового учебного года. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.